кочки. Вам привет. Доброе утро всем. Доброе утро. Артём приехал выпускать курочек. Заходи. Перед садиком заезжаем. Да там все столпились погулять. Тём, ты любишь курочек? Да. Курочки у нас уже чуть больше месяца, когда мы только их взяли, кормили комбикормом. Кушали они его хорошо. О, сразу стал пить погулять. Сейчас отказались от комбикорма и кормим курочек кашками, размоченным хлебушком. Зернышки. Он вот так вот побежал по меня. Мимо тебя, да? Он меня побежал, даже не клюнул. Это наш первый опыт с курочками, так что мы набираемся опыта, параллельно ставим эксперименты. Вот сейчас перешли на другое питание, плюс выгул, травку им сыпем. Одна кочка там что-то лоет. Одна кочка там что-то лоет. Представляешь? Угу. Завтрак у курочек. Наливаем им свежую водичку. Курочки кушают и гуляют. А вечером приедем, посмотрим ей. Вот уже вечер. Одна еще гуляет. Хорошо с петушком. Вечером всех курочек загоняет. Артём, посмотри. Там нету. Сейчас яички будет собирать. Там где-то. Четыре яичка. Только аккуратно, там петух всегда. Собирай, собирай. Там всегда петух, ему, наверное, там нравится жить. Аккуратно. Ой, давай там еще нужно посмотреть. Еще яичко. И еще три. Я хочу. Собирай. Там сколько? Ого, несколько. И я столько не достаю. Все. Спускайся. Там еще одну. Вон. Посчитаешь, сколько ей? Да. Считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Ура! 10 яичек. Значит, 10 курочек снесли по яичку. Надо сказать спасибо курочкам. Давай их погладим. Сейчас закроемся. Спасибо, курочки.